Привет-привет, вы на канале Маргоштова, и сегодня я вам покажу, как сделать 4 летних костюма. Во-первых, будут дешевые и более дорогие 4 костюма для лета, ну, то есть, которые вы будете носить в Royal High летом. Надеюсь, они вам понравятся, и кому-то, может быть, кто-то даже будет их одевать, но лично я вряд ли. Ну и первый скин. Вот у нас получился вот такой вот скин. Мне он достаточно нравится. Я бы в нем с удовольствием даже ходила. Сделать его достаточно легко. Вещи, в принципе, могут получить все люди бесплатно. Ну, кроме вот этих вот, тапок, или как это назвать, из кимоно-сета. Они продавались недавно, и, может быть, и сейчас продаются, я не в курсе. Ну, вот такой дешевый скин, и дальше у нас более дорогой. В общем, вот такой у нас дорогой костюм. У меня даже нету денег на, ноги эти. У Ляны они есть, у меня нет. Ну и, значит, переходим мы сейчас к костюмам не для плавания. И просто к летним костюмчикам. Так что поехали, и сначала будет у нас недорогой костюм. Так, вот тоже дешевый костюм, но здесь есть вот вещи, которые достаточно сложно получить. К примеру, это корзинка, и у меня еще тут ботинки эти радужные от Lizzie Winkle. Ну, так-то, в принципе, те, кто играет месяца два, они смогут его сделать. Ну и пошлите дальше. Learn to be skeptical.
дорогой костюмчик тоже готов, хотя не особо такой дорогой. В общем, будем заканчивать на этом. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Еще хочу сказать, что идея этого видео не совсем моя, она от у нас Миленочки Геймс. Я, кстати, у нее снималась на канале очень часто, и я вот тут в кружочке появится ее канал. Всем пока! グレートですよ、こいつは。